Иногда приложения на Android начинают глючить, внезапно закрываться и вообще вести себя непростительно вольно. Но они это не со зла. Возможно, у них просто переполнен кэш, буфер с данными, которые нужны этому приложению чаще всего. Следовательно, чтобы привести программу в сознание, нужно просто почистить этот буфер. Для этого открываем меню «Настройки» на своем Android-смартфоне. Выбираем раздел «Приложения», «Управление приложениями». Оболочки везде разные, так что пункты могут называться как-то по-другому, но все равно очень близко к этому по смыслу. После этого выбираем непослушное приложение, прикасаемся к нему. Ищем пункт «Очистить кэш» или похожий на него. Ждем. После этого перезапускаем программу. Все ваши настройки при этом сохранятся. Если это не помогло, опять идем в «Настройки», «Приложения», «Управление приложениями», «Стереть данные». После этого программа вернется в свое первозданное состояние. Настраивать придется по новой. Но только ее, никакие другие данные на телефоне не пострадают.